В этом видео мы покажем тебе, как подчеркнуть скулы, освежить макияж и придать коже естественное сияние. Чтобы создать скульптурный эффект, крупной кистью нанеси бронзер под скулы. А чтобы скрыть двойной подбородок, подчеркни линию челюсти. Это создаст эффект глубины. Чтобы придать коже естественное сияние, нанеси бронзер не только на щеки, но и на виски. А также не забудь про линию роста волос. Чтобы освежить макияж и добавить яркости, достаточно просто нанести румяна на веки.